Здоровье памяти и мозга не менее важно, чем тело и мышц. Рассмотрим продукты, которые помогут улучшить данные функции. Сардины в банке. За последние десятилетия специалисты установили пользу витамина D. Недавние исследования сообщают, что у людей, которые потребляют его недостаточное количество, за 4 года был выражен спад мозговой активности. В одной 100-граммовой порции рыбы содержится 177 международных единиц и много омега-3 жирных кислот. Лосось. Наблюдения показали, что прием омега-3 жирных кислот помогает справиться с отсутствием мотивации и апатии, снижает раздражение мозга и риск возникновения психических заболеваний. Натуральные нитраты в свекле увеличивают насыщаемость мозга кровью. Это полезно для ментального здоровья и улучшает мыслительные способности. Самый вкусный способ приготовить – погреть их в духовке, а сок можно добавить в протеиновый коктейль. Множество исследований показали, что овощ способен поддерживать кровяное давление во время физических упражнений. Ученые установили, что диета, богатая грецкими орехами, способствует тому, чтобы вы лучше запоминали информацию, а сочетание омега-3 жирных кислот и антиоксидантов позволяет оставаться вам сообразительными. Дополнительный плюс орехов. Исследования показали, что взрослые, употреблявшие 50 граммов в день в течение 8 недель, значительно понизили свой уровень холестерина и уменьшили риск болезней коронарных сосудов в сердце. Яйца, особенно желтки, источник холина. Это предшественник ацетилхолина, нейротрансмиттера, связанного с когнитивной функцией и памятью. Исследования показали, что употребление на завтрак таких богатых протеином продуктов увеличивает ментальную активность. Люди с нормальным уровнем витамина Е в 15 раз меньше подвержены когнитивным расстройствам. Он содержится в семечках подсолнечника. Он защищает мозговые клетки от окислительных процессов, которые вызваны свободными радикалами. Тиамин в их составе помогает перерабатывать углеводы в энергию. Придерживайтесь нормы потребления веществ. Будьте здоровы. До свидания.